Городской округ Химки посетил депутат Государственной Думы Владимир Жириновский. Владимир Вольфович возложил цветы к мемориалу героям-химчанам и почтил память солдат, отдавших свою жизнь во время Великой Отечественной войны. Это было самое напряженное время, конец 41-го года. Это вот то самое направление, где и Волоколамск, то есть максимальные силы противника, немецкие дивизии, танковые, стрелковые, двигались. И здесь вот они были уже в Химках. И в бинокль немецкие офицеры рассматривали башни Кремля Московского. После Владимир Жириновский посетил мебельную фабрику, которой больше 25 лет. Владимир Вольфович посмотрел завод и пообщался с работниками предприятия. Я надеюсь, что Владимир Вольфович поставит вопросы перед правительством по поводу развития такой немаловажной отрасли, как деревообработка. То есть все-таки будут созданы какие-то возможности для того, чтобы строили обрабатывающие фабрики, строили фабрики для ЛКМ, лаки, краски. Ну, соответственно, чтобы мы не покупали все эти сопутствующие товары за границей. А в Центральной детской школе искусств для Владимира Вольфовича дети приготовили праздничный концерт. Проверенные парни, они ценят всего. Владимир Жириновский посмотрел, как занимаются дети, и пообщался с педагогами.